Всем привет, ребят! Ну что, я решил сегодня сбегать на волну L10 на основном аккаунте на английском сервере, посмотреть, какой же шанс, и подобрать самый простой вариант для фарма. Это мы сейчас сделаем такой вот... Ну, у меня тут хорошие герои, землеройку уберем, поставим сюда Анубиса, спрячем. Так, Санубис, воодушевление, в принципе, 10-й пакт, суперсила, добавим ему сюда. Так вот сделаем. Вынесем сюда к стрелку. Так, не хочет он выноситься. Так, есть. Тут у нас будет... Хранитель вместо стрелка, который даст баф. Так, хранитель есть. Можно, в принципе, вместо Фрэнка его поставить. Поставим сейчас тыковку в тотем. Тыковка. Поговорю в тотем. Называется, я поставил тыковку. Тыковку надо поставить. Поставим сюда Атланта. Мега неубиваемого. Я даже забыл, где у меня уже здесь тотемы. Так, запихиваем. Запихуйку. Тыковку. Ну, ставим где-то. Можно, в принципе, возле Анубиса. Так, ворожей. Этих героев сейчас поставим на воодушевление. Я думаю, нам одного Анубиса должно хватить с головой уже. Герои у меня после смотрителя. Надо будет наделать побольше воодушек. Такс. В принципе, поехали, попробуем. Добавили у нас максимальную волну, 10-ю, на карт-режиме добавили вот таких вот героев. Ну, все, в принципе, интересные. Вопрос в том, мне интересно, когда кто-то отсюда хотя бы вытащит хоть один осколок. Вот так вот Анубис у нас разобрался. Он как-то слился очень. 12, нифига себе. Целых 12 осколков нам дали. Это эпичненько. Интересно. А, Анубис у нас по центру. Я думал, что я его где-то переставил. Думаю, что за фигня. Ну, смотрите, вообще просто на изи. Остальные даже, наверное, не надо. Хватает одного Анубиса. Вот таким вот образом можно... 110 самоцветов. Ого! Нифига себе! Вот это, ребятушки, нежданный L10. И мы сейчас будем их развлекать. Поехали, начнем с Пикси. Так, ну давайте оккультиста попробуем. Тоже интересные, веселые ребята. Нифига, не все так просто. Землеройки. Но землеройки еще куда... Нифига себе. Не, землероек мы должны ушатать, по идее. Анубис... Анубис должен ушатать. Интересно, интересно. 66 плюс 2. Ну, поехали еще разок. Да, они, конечно, веселые ребята. Надо Феникса, наверное, вместо Атланта. Хотя и Атлант нормально. Так, тихо, ша. Что осталось? Смотрите, сколько мы им дамага там наносим. Так, все-таки мы их прошли, L10. Не, ожил еще, что ли?
плюс 2 оккультиста. Ну, как видите, здесь шанс получше будет, нежели на Тайване, где я тестировал на русском сервере. Ну, с оккультистами, наверное, не самые такие проблемные будут. Потому что все остальные сливаются очень быстро. Ну, можно брать сюда Фрейю, запихнуть с воодушкой. Фрейя с воодушевлением, она должна тоже нормально щелкать. Так, Трифид. Вот Трифида. Трифида налегке можно пройти. Вообще несложные. Но 12 леди лево, это, конечно, интересная тема. Нифига себе, смотрите, как самики идут. Вот где надо самоцветы копить, ребята. Правда, пропусков бы где-то еще набрать нормально. Но шанс на редких тоже, в принципе, неплохой. Но девятых рун таланта я таких, в принципе, не вижу очень много. Чтобы они прям сыпали. Мне только один выпал с того момента, я так и больше не фармил, не смотрел. Так, а чем мы паримся? Чем мы этих бьем? Мы же можем делать сменки здесь. Сейчас попробуем с вами половить редких, посмотреть, что с них может упасть хорошего. Двенадцать тоже неплохо. По 12 все-таки падают. Так, ищем редких каких-то. Так, Асурик. Интересно. Вот, кстати, Асуры тоже. Сейчас Анубис просто нафиг улетит, наверное. Нет, держится, посмотрите. Так, тихо, не подпускай. Зефир, давай, не подпускай их. Жесть. Ну, Асуриков тоже сложно убивать. Ну, конечно, все зависит от того, можно расту сделать, их не подпустить. Но нифига себе, сколько у них там жизни. Посмотрите, он хилится. Офигеть. Это вам не простой Асурик. Да мы его еще фиг убьем, не убили все-таки. Нифига себе, вот это не ждан. Я таких буду самых интересных пробовать убивать, посмотреть, кто как разлетается. Плюс 2. Так, оса тоже, кстати, интересно, они могут нормально в центр аж закинуть. Так, ну, в принципе, нормас. Тащим. Оса. О, Махатма. Махатму я тоже убивал, пробовал. Довольно-таки легко она дается. Без проблем прошли. Так, я хочу еще найти розу с Валин. Ух ты! А с Валин просто так не дался. Смотрите, как он по центрам фигачит. Да, одна таблетка осталась в центре. Нехило так. Так, еще землеройка, поехали.
Было бы круто, если бы они сделали хотя бы какие-то увеличенные шансы вот на таких вот героев, которых добавили, то есть на выпадение рун таланта. О, розочка, вот она. Роза как-то печальненько. Они на Атланте даже посливались там. Так, смотрим, кто у нас был, кого не было. Асу били, Розу били, сбили. Бобушку мы еще с вами не встретили. Бобушку и Командору. Вот это вот самое интересное. Оба и Командора. Ну, поехали, поищем их. Так, Махатма нам интересно. Командору просрал. Ай-яй-яй-яй-яй, как я хотел Командору посмотреть. Так, Роза не интересно. Бобушка, отлично. Блин, жалко, провтыкали Розу. Анубис улетел просто нафиг. Посмотрите на Атланта. Атлант просто красавчик. Ай-яй-яй, чуть-чуть. Ну. Дотащите. Зефирка. Офигеть просто. Вот вам Фобушка. Я в шоке. Честно говоря, я просто в шоке. Это жесть. Так, никакой рефреш, нам надо их пройти. Блин, они, конечно, жестко дамажат. Что не говори, они реально, посмотрите, что делают. Давайте еще, если нет, поменяем, поставим Феникса сюда. Хотя Феникс может изначально на отражалке просто тупо шатануться. Ну, надо поставить, чтобы нормально работало. Так, тихо, давай, Зефир. Фига себе, он просто слился нафиг. Оставим. Такой вариант попробуем. Вынесем. Это жестко. Так, Анубис все равно улетел. Накинули молчанку. Без варианта вообще. Жестко. Вот такой вариант, у нас не набирается энергия. Давайте вернем обратно. Пусть хоть кто-нибудь сливается. Ну, дамажит. Возьмем сюда как вариант, поставим, попробуем Феникса. Феникса можно и Фрей можно поставить. Можно поставить оккультиста, попробовать, почему бы и нет. Либо Барда. Оккультист тоже разлетается на изи. Но он должен помочь. Нифига себе, Зефир просто убился. Жесть, ребят. Один оккультист тащит. Вот кто настоящая имба. Вот посмотрите, Зефир вроде и держится, а потом только раз и все. Сливается. Ну, шанс есть. Нифига себе. Это как они его так разобрали быстро? Держался. Что-то вот вообще непонятно. Просто тупо слился за один раз. Вот посмотрите, здесь не проседает, так держится. Потом только хоп, и все, и слился. Офигеть. Блин, ну это жесть. Так. Давайте вместо Лисы поставим сюда.
Огника. Попробуем таким вариантом. Ну, убить их, в принципе, несложно. Поставили подашки и прошли. Неохота просто заморачиваться вот с феном. С огником, точнее. Вроде намного легче стало все. А, чё они стоят? Мы же их обездвиживаем. Такс, отлично. Блин, нифига себе, они дамажат. Жесткие. Бобушка пройден. Так, ну нам осталось командора. Ищем командорку. Интересно будет ее еще пройти. Ахатма. Пашка спальня. Ну, этих мы всех уже били, эти неинтересно. Интересно увидеть командору. Что там будет? Еще раз фобушка. Чувство, когда просто сливаешь самый уже не на роллинге, не на это, а на поиск одного героя. Ради двух осколков, как максимум. Потолок. Так. Ну, шансы, как видите, такие себе. ОБшка. Да давайте уже командору. Как будет ржачно. О, наконец-то, если мы ее пропустим. Поехали. Смотрим, ребята, самый сок сейчас будет. Но тут на... Хо-хо-хо! Что это было? Офигеть! Я ради этого даже закрою, еще раз посмотрю. Жесть просто! Посмотрите, что с моей базой случилось. Но они посливались на отражалках, конечно, но это просто писец. Офигеть! Вот это круто, реально. 12 осколков. Нифига себе, нормально. Пойдет. В общем, такой вот, ребят, трэш. Пишите комменты, ставьте лайки. Это, конечно, очень круто. Не знаю, мне понравилось бегать на такие эти. Ну, это такое, знаете, если бы здесь камни действительно нормально падали, была бы интересная локация для фарма. В первую очередь для бездонатов. Но так как они падают, то это, конечно, писец. Сколько мы там пробегали, уже посливали, и камешки так и не упали. Шанс очень-очень печальный. И это печально. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.